Налоговый потолок для посылок, заказанных через интернет, в 2021 году останется на уровне 200 евро. Парламент поддержал предложенные депутатами ПСРМ поправки в бюджетно-налоговую политику на следующий год об отмене налогообложения приобретенных в интернете посылок на сумму более 100 евро. Согласно проекту, разработанному правительством, налог на почтовые посылки стоимостью более 100 евро должен был применяться с 1 мая 2021 года. Социалисты предложили сохранить текущий потолок налогообложения в 200 евро для этого типа посылок. В окончательном чтении инициативу поддержали 56 депутатов. В случае посылок, отправляемых гражданами из-за границы, потолок останется неизменным и составит 430 евро по воздуху и 300 евро по суше.